продал кассету своего проекта Angel of God с альбомом Death Purple Press 1999 года NN Studio Немцова с текстами. Тут, кстати, вот для ознакомительных целях ты можешь на моем канале набрать Angel of God Death 1998 официал CD и прослушать этот альбом в ознакомительных целях. Ссылочку сейчас ты увидишь. Сегодня продал два диска проекта Зивальд. Один выглядел вот так. Это Domination of Evil. Альбом переигранный. Альбом проекта Angel of God Death с вокалом. Все песни, которые были без вокала, теперь переиграны в проекте Зивальд 2019 года с вокалом. И второй диск это сингл с Даркусом на вокале, стиль Raw Black Metal сингл. А это, просто я вставил, это самоклеящаяся наклейка, которую можно наклеить куда угодно, там на локте можно клеить, можешь туда, можешь сюда, можешь туда наклеить, можешь сюда наклеить, куда хочешь, куда, на холодильник. Вот, вот так выглядело. Прикольно было футболочку такую, чтобы сделал кто-то, красиво будет, очень даже. Все. Все интересные вещи смотри сейчас, что будет в выпуске. Пока-пока. Покупай диски. Цена диска 60 гривен. Цена этого диска 40 гривен. Пока-пока. Цены растут. Физические носители тоже растут в цене. Пока-пока. Это демо-сидерки. Все. Пока-пока. На Лыксе я выставил тираж 22 штуки. И этого тираж 22 штуки. Две копии, две штуки уже проданы. Этого одна штука продана. В наличии 21 штука. Этого 20 штук. Все. Смотри, что будет в выпуске прямо сейчас. Хай! Тебе приветствует твой клуб в очередной серии Metal TV. Номер 160. Сегодня 3 ноября 2019 года. Сегодня я расскажу о своем проекте Torn Apart, который в этом году отмечает свое 20-летие в клубе LF. 23 ноября приходи, 18.00, будет много трэша, дэсграйда, металкора, блэк метала, много пива, водки, текилы, коньяка и т.д. и т.п. Вкусной закуски, уютной обстановки. Пока-пока. Вот. Вот как выглядит первопресс. Первопресс выходил только в 2001 году в виде кассеты. Смотри фотографии сегодня, и ты услышишь по 20 секунд каждого трека. Вот так выглядело переиздание репресс. Ну, можно сказать, первопресс на CD в 2017 году. На Кульминис Рекордс, это под лейбл Эгоизм Продакшн, московский лейбл. Вот, вот так выглядел диск. Издание 20 штук всего. Тираж Limited Edition. Это тоже Limited Edition, 20 кассет всего. Также ты увидишь сегодня фотосессию
видеокассеты с нашим вторым выступлением. Дата там указана. Мы выступали вместе с Eternal Scream, ну, и Горгапс, и другими командами. Смотри фотосессию и заходи на Facebook, в нашу группу Torn Apart. Там ты увидишь очередную главу номер 2 с историей данного альбома и с историей выступления. Также ты увидишь там ссылочки на ознакомительный альбом «Потаенный Грин» и ссылочку на наше выступление 2001 года в ознакомительных целях. Ну, понятно, что не в суперкачестве будет, потому что на DVD качественно все, да. Фотографии ты увидишь под трек «Эхо войны». Вот. Что еще хотел сказать? Также ты увидишь фотографию покупателя с моим диском, который я в том выпуске показывал, который я продал. Вот, аппарат. Также ты увидишь, так чем много ты чего увидишь, переходи по ссылкам внизу на нашу страницу на Facebook. Только на Facebook есть официальная группа Torn Apart Ukraine. Вот, там будет статья очередная, переходи по ней. Также ты вступай в группу закрытую, также ты там сможешь почитать, какие группы участвуют во встрече. Все, подписывайся на мой канал. Пока-пока. До встречи. Следующее воскресенье.